Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и сегодня у нас открытие 50-летних контейнеров в Overwatch. Но прежде чем мы начнем, небольшое объявление. У Толина на канале сейчас в данный момент происходит розыгрыш игры Overwatch. Ссылочку я поставлю где-нибудь вот здесь, вот, да, будет ссылочка, можете по ней тыкнуть, на видеоинструкцию. Также в конце ролика я эту ссылочку поставлю, так что вы можете либо сейчас бежать смотреть, либо после этого ролика, после того, как откроем все контейнеры с вами. Но я думаю, вы уже ломанули сейчас, да. Правила очень простые. Ну, короче, посмотрите ролик, и вот, прям очень легко его получить, так что все бегом, халявный Overwatch, и все очень клево. Так, ну и также ссылочка будет в описании под этим видео. А сейчас давайте уже не затягивать, давайте пойдем контейнеры. Так, давайте сначала мы откроем вот этот вот жалкий один обычный контейнер, такой старый, задрипанная коробочка, да. Открыть, что, сразу же не будем медлить, и сразу же получаем, ё-моё, легендарку. Лусева легушонок. Попрыгуш-лампируш. Ладно, давайте выберем. Вот так вот, нормально, начали с легендарочки, вообще эпик. Так, что у нас здесь, эмоция. Подходи. Пусть будет... Победная поза у Трейсер, и привет, окей, выбираем так, ну и баблишка немножко. Так, ладно, давайте теперь перейдем к летним контейнерам. Ну что ж, светит, смотрите, как уже сразу на легендарку намекает, да? Погнали, открыть контейнер. О, хрень, хрень, фигня. Peanut butter, так, граффити и значок. Значок, причем сразу нам выпадает, ну, бани. Это, я так понимаю, тематический, да? С этими вот штучками, это к олимпийским играм как раз он. Не будем медлить, открываем второй же сундучок и получаем фиолочку. Фиолочку, что это? Она. Лучший момент матча. Шу-шу. Оба! Вот так неплохо. И значок, смотрите, бастион-боксер. Бастион-боксер значок. Ну ладно, не, у меня моя злая аватарка дьябловская. Мне она вполне нравится и устраивает. Ну что ж, давай, поехал следующий контейнер. Фиговый заход. Так, Анеомари у нас здесь значок. Турбосвинчик, маленький поросеночек. Граффити Торнбьорн, видимо. Ну, тоже тематический, да. Так, окей. Не расстраиваемся, пока только самое начало. Пока разогреваемся, фиолеточка еще одна. Что это такое? У ангела... Лучший момент матча. Воу, отлично, хорошо. Турбосвин. О, с медалькой, смотрите, победная поза с медалькой тематическая. Ну, за турбосвина я вообще играть абсолютно не умею, но может как-нибудь за него сыграем. И вот так, давай. 4 контейнера уже открыто, это 5-й, давай. Ну, с 5-го-то. Ладно, фиолеточка, Торнбьорн, тоже тематический. Швеция, облик. Ну, ладно, пусть будет, да, пусть будет олимпийский Торнбьор у нас. Еще немножко баблишка. Погнали дальше. Давай. Ну, опа, нифига, абсолютно нифига в ноль. Так, Генджи тематический. Play nice, play far. Граффити. А, я его не заметил. Это у нас это, заря, по идее, да, щит технологии. Так, ну что ж, как мы там делаем? Обязательно надо скрестить все пальцы вот так вот. Скрестить вот эти вот пальцы, скрестить пальцы на ногах, скрестить ноги. И попробовать всем этим хренью, короче, нажать на кнопку. Давай, легендарочка. Нифига, не работает. Фиолеточка. Это что у нас? Это у нас облик. Ну, облик у меня и у вдовы. Мой нравится больше. Так, американский флаг. Значок граффити. Это у нас это Дива, да? Да, Дива, пистолет. И дубляж пошел у Турбосвина. Так, что же нас ждет дальше? Пью. Так, победная поза фары. Ну, пусть будет такая победная поза фары. Так, дубляж. Это что у нас? Это у нас этот Деньятка, да. И красавчик аватарка. О, неплохо, хорошо. Так, но ставить мы ее не будем. Хотя надо аватарку будет потом сменить как-нибудь. Так, фиолеточка, две синьки. Баблишка тематическая. Это Швеция, да? Швейцария. Так, дубляж иконки. И у Рипера. А, это граффити. Давай. Ну что ж ты будешь делать-то, ё-моё. Баблишка. Неплохо бабло фармим. Солдат-гольфист. Победная поза с гольфом у нас. Нормально.
Так, ну что ж, давайте выберем, да, почему бы и нет, почему бы нет. Сейчас идет у нас Олимпиада, поэтому будем как бы в теме. Будем в теме, будем олимпийские всякие штуки. Вот и легендарочка, вот и легендарочка. Много бабла нам навалили, да? Сколько там бабла-то получается? 500? 500, да, золотой. Так, лучший момент матча. Ну-ка. Опа. Ну ладно, пусть ты будешь. Так, это у нас дубляж, да? Это у нас тематическая аватарка. Это кто у нас? Это Дива. Дива на велосипедике. Какая эротичная фоточка, да, такая? Ух, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Фиолеточку. Ну, неплохо, неплохо, на самом деле. Фиолеточки идут. Это у нас чё, победная поза Бастиона. Выбираем. Птичка там вся дрожит, блин, в бедной пушке этой. Ох, сейчас пальнет, вообще жесть. Так, облик. Ну, облик у нас уже выпал. Да, с первого сундука же легендарный. Так, и тематический облик у Макри. Значит, американец. Ладно, пофигу, пусть будет. Других у меня вроде не легендарных ничего нету. Погнали. Погнали, уже 13 или 14 сундук, фиолеточка. Чё это у нас? Это у нас демонстрация. О! Да-да, это очень ржачное. Так, это у нас жнец, это BMX-ер. Нифига себе. Фиело-мотокросс. Ух, нормально. Так, дубляж, play far, play nice. Overwatch, просто граффити обычная. Ну, чё ты как-то... Так, это был, да, 13-й, сейчас 14-й сундучок пошел. Фиолеточка, две синечки, нормально. Так, цитрин облик. Да, ладно. Так, победная поза. А, с медалькой тоже. Окей, с медалькой берем. Это у нас кто? Это у нас Симметра. Воля. Волю в моих руках. Ай, прикольно. Эй, кулачок. Вообще класс. Нормально. Так, погнали. 15-й контейнер. Уф! Пустышка. Одна синечка всего. Дубляж. Здесь у нас это Мэй, да. Мэй, настольный теннис. Это у нас кто? Бастион. Птичий дозор. Если сразу не вышло, взорвем еще раз. И нормально. Давай. Давай, ну что, сколько у нас будет легендарочек, а? Сколько у нас будет легендарочек? Прямо сейчас бегите в комментарии, пишите свои предположения, да, вот мы сейчас открыли пока 16 контейнеров. 15. Где? 15 контейнеров мы открыли. Это кто? Это что? Турбосвин? Поймал. Ага, крюк. Ясно. Вот, сколько же у нас будет легендарочек? Пока у нас только, ну, именно из летних, да, не считаем тот первый. Одна легендарка. Ну, я думаю, 4 штучки мы получим, а? Как? И вот и вторая. Начинаешь думать о легендарах. О, нифига себе, у Трейсер это. Отлично, хорошо. У Трейсер легкоатлетка. Бегунья легкоатлетка. Вот так вот. Так, демонстрация граффити у красавчика. Все в минах. Хорошо, берем. Так, это кто? Ангел. Ну, не, за ангел у меня пиксельный ангел. Очень прикольная. Продолжаем открывать. Продолжаем открывать. Так, синька. Ничего интересного абсолютно. Торбьерн. Тематическая. Окей, пусть ты будешь. Так, это что? Это ангел, да? Ангел пытается захилять трейсер, типа. Окей. Так, погнали. Погнали дальше. Еще одна легендарочка. Вот так вот поперла. Заря. Заря у нас штангистка. Ух, тяжелая атлетика, да. Вот так вот. Так. По-моему, тебе нужен личный тренер. И вот так как раз в тему, да, нормально такое это комбо. Так, облик, ну не, у нас уже облик нормальный у нее. Погнали. Погнали, 19-й контейнер. Фиолетка, синьки-синьки, так. Что это у нас, белый Генджи, да? Япония, выступающий за Японию Генджи. По-моему, у нас за него ничего нету. Гендзи, да, Гендзи. А то сейчас все побегут поправлять. Не Генджи, а Гендзи. Правильно называй персонажей. Окей, Гендзи, все нормально, все хорошо. Так, ух ты, нифига себе, прям так сразу. Так, это что у нас? Торнбьерн, подводное поло. Баблишка. И Лусио, футболист. Так, о, облик. Она, сестра. Блин, прикольная, да, такая. Седая, беленькая. Старушка. Погнали дальше. Еще одна легендарушка. Ну, елки-палки. Блин, да ладно, ну опять Назарё, ну не дубликат, а чемпионка белая, блин,
Да нет, она, наверное, прикольнее была. Так, а тут чё? Поиграли и хватит. Поиграли и хватит. Пора, короче, побеждать. Окей, погнали дальше. 4 уже легендарочки есть. Нифига себе, это я ошибся, что ли? Будет больше? Так, дубликаты фраз. Это у нас этот крюк, блин, турбосвина, походу, да, фара. Победная поза с медалькой. Выбираем, конечно же, выбираем. И сразу же следующий сундук пошел. И что у нас тут? А, нифига у нас тут интересного нету. Так, так, так. Просто нифига. Сразу следующий. Пропускаем. Пропускаем этот момент. Да ну елки-палки, да вы че? Time to kill. Это у нас конный спорт, Макри. Ну да, как же без него. Граффити, граффити, по-моему, у меня у Рейнхарда тоже пиксельный. Да, пиксельный Рейнхард. Да, погнали, следующий, чё? Пдиш! Пью-пью-пью-пью-пью. Так, баблишка, аватарка, победная поза. Ну, победная поза у нас гольфист. Не люблю проигрывать. Ну, чё ты какой-то вялый. Какая-то фраза вяленькая такая получилась. Так, ну-ка. Ду-ду-ду-ду. Так, аватарки, значит, Заря штангистка. Это у нас... Кто это у нас? Это роковая вдова. Ух ты, елки-палки, спортивная гимнастика. Так, дупликат и баблишка. Погнали дальше. Чуть больше половины мы уже вскрыли контейнеров. Так, эмоция. О, тематическая. Опа. О-о-о-о-о, вот это хорошо. Дэнч. Вообще хорошо. Так, аватарка. Давайте еще. Давайте еще. Ну, нет, что-то не раз, очень. Раз, два, и готово. Ну, это же не очень. Тоже не очень, фразочка. Давай, ничего-нибудь эпичное еще. Ну, это вообще фиговое открытие. Такой, бэ-бэ, деньятка. Это у нас, значит, симметра. Симметра, это что у нас там? Художественная гимнастика, да. О, ты в порядке? А, ты в порядке? В порядке. Давай. Погнали. Погнали. Так, фиолеточки, фиолеточки, баблишка. Так, это у кого? У Гензи такой вот дракончик. Ну да, пусть будет прикольный. Так, Торнбьерн, облик, дубликат. Дубликат. Понятно. Все с вами ясно. Так, 30-й сундук пошел. Тынь-тынь-тынь. Ну, что-то 30-й сундук нифига. И у нас дубликат. Так, граффити у Дивы. Ну, кстати говоря... Кстати говоря, прикольно. Прикольно, да. Так, у Рейнхарда. Армрестлинг. Ну, блин, не, мне мой пиксельный все равно больше нравится. Так, стоп. Открыть. Что-то я как-то не туда вышел. Не в список. Кью-кью-кью. И нифига. Так, дубликат. Анна. Турбосвин. Фара. Граффити. Фара граффити. Я не помню, что у меня у фара за граффити стоит. Уу, да, ей, камон, уху, зажигаем. Так, ну давай, еще нам, как бы, ну, парочку легендарочек надо получить. Че, игра, давай, удиви меня. Так, дубликат, это у нас этот Хан Гензи, да? Ханза Гензи, да, елки-палки, да что же я так выхожу-то? Через кейс список, а не назад возвращается, зараза. Ну, что-то какие-то вообще скудные пошли, типа, такой надавал легендарок, а тут как-то... Так, медальками крутит, ну да, кстати, нормально. Хорошо, мы берем всех сейчас медалек. Так, что там? Назад. О, это кто? Макри. Палец вверх. Граффити. Пусть будет. Палец в огне. Закликал. Я делаю то, что должен. Я делаю то, что должен. Окей, делай. Разрешаю. А это что у нас? Симметра? Симметра. Не, пофиг на симметру. Открываем. Так, осталось совсем немножко. Осталось совсем немножко. И у нас пока на счету 4 легендарочки. Ну и 5 еще из обычного сундука. Так, ну тут ничего интересного. А, ну-ка. Враги у нас никогда не кончатся. Ну, кстати, нормально, хорошо. Хорошая фраза. Давай. Все, 15 контейнеров осталось. Вообще нифига. Так, ну да, жнец берем, победная поза. Фраза дубликат. Я надеялся, что будет сложнее. Ну окей, ну это так. Просто пусть. Окей, будет. Анна, личное оружие, граффити. Так, ну на Анну у нас вообще пока еще ничего нету, поэтому, да, берем. Чтобы было не дефолтное. И продолжаем, 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 продолжаем. Ну, как-то, блин, да я же говорю, ну что-то, блин, вы это... Вы чё? Давай. Ну, повеселее, пободрее, побольше всего, побольше интересненького. Да ну, класс. Ты специально, ты издеваешься? А симметр художественная гимнастика была же, нет?
Или там... А, там граффити было, да? А это именно это. Аватарка. Так, граффити у ангела. Блин, прикольно. Прикольно. Но пиксельная ангел все равно намного круче. Хотя это тоже очень клевая. Так, бастион, росток, граффити. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Не, не интересно. Так, это дубляж. Дубликация, какой дубляж. Фиолеточка. Эх, Макри. Ну, Макри у нас тематический. Так, это что у нас граффити? Граффити у роковой вдовы. Это роковая вдова? Что она такая стрёмненькая? Не, не хочу такую. У нее какая-то морда стрёмная. Так-то она вроде посимпатичнее, какая-то странная. Да ну ёлки-палки, что, все, не будешь легендарок мне давать больше? Так, фара. Фара с кучей ракет, красавчик, победная поза. А я так стану. Красавец вообще, красавчик вообще, красавец. Давай, ну осталось совсем немножко, давай, давай. Ну где, где, ну что, давай, камон. Нет, 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 ничего интересного. Так, не тематически, не тематически мы не трогаем, мы не делаем. Есть, есть, пятая легендарка. Ух ты, елки-палки, Макри-то какой, а Вольт. Вот это нормально, берем, беру, дайте два. Так, симметра, баблишка, дубликат, ангел. Их ангел хороша. Ангел хороша, так, открыть контейнер, да? Да, поехали. Прищ, камон. Под конец, ой, разошлись. О, нифига, ну оно, учат. Почти как ж, не буду это произносить, окей, нет, 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 спокойно. Уджат. Уджат, вообще хорошо. Так, это у нас Диньят, что ли? Диньят каратист? Тэквондист. Граффити. Граффити, граффити у Диньят. Я не помню, что у нас. Ну ладно, возьмем этого. Так, у Лусио фраза. О, кстати, нормально, да. We are the champions. Так, а это что? Эмоции. За птичкой. Закрутился, закружился. Так, ну хороший прям вообще контейнер такой сочненьким получился. Так, давай. Это у нас 6 легендарок, елки-палки. Ну и 7 из обычного сундучка. Так, дубликат, дубликат. Аватарка с этим, с... блин. Уинстоном, да. С Уинстоном волейболист. ГГ. О, кстати, ГГ, смотрите-ка, дива. GG, maybe. Камон, давай. Погнали. Сундучков, ой, не забыл, посмотри, сколько. Совсем мало остается. Так, фиолеточка, фиолеточка, вдова. Это что, победная поза? Облик. Не, облик и на Франция. Тематически, но нет, нет, извини, роковая вдова. Для тебя остается тот крутой облик. Так, это у нас что, солдат? А, заря. Заря, да, точно. Не сразу заметил этот шарамик. Облик для красавчики, чё? И чё? Типа какой-то другой облик? Ладно, неважно. Так, 5 контейнеров у нас осталось. 5 контейнеров и уже 6 легендарок. Ну что, больше 10% нам дали легендарки, да? Получается. Давай, может быть, еще выпадет с этих 5 контейнеров. Так, фиолеточка, 2 синьки. Так, ой-ой-ой, эмоция тематическая. Пиу-пиу. О, и вот это класс. Да-да-да-да-да. Берем-берем, вообще хорошо. Так, это облик у нас не нужен. Так, граффити для роковой вдовы, прицел. Не помню, что у нас, но побережем. Может, потом так, Торнбьерночек. 4. Давай. 4 контейнера. Пустой. Абсолютно пустой. Рейнхард, тематический, граффити, Макри. Это у нас дива. Дива. Не. Неинтересно. 3 контейнера. Опять ни хрена. Опять ни хрена. 2 дубляжа. Ничего интересного. 2 контейнера остаются. 2 контейнера, 2 клика. Первый пошел. Все. Фигня. Дубликат. Победная поза фары. А у нас там была сидячая, да? Не, пусть будет сидячая. Так, что у нас тут? Это у нас Торнбьорн, шестеренки, неинтересно. Ну что ж, последний контейнер. Последний контейнер, давай. Вот так вот нахер переплету сейчас. Вообще, я не знаю, весь. Давай, давай, давай. Давай, блин. Ах, пустой, вообще никакой. Вообще никакой, 2 дубликата. Это кто у нас? Красавчик. А, прикольный, кстати, прикольный такой. Ух. Да, возьмем. Возьмем, возьмем. Это у нас граффити для Рейнхарда, да, эмблемка. Ну что ж, контейнеры закончились, да, по нулям. Все по нулям. Бабусики есть, но как-нибудь на... перед игрой, перед какой-нибудь. А, купим
какие-нибудь легендарные облики. Потому что сейчас пока не знаю, на кого покупать. Хотя нет, знаю, да. Я абсолютно точно знаю одно. Я для ангела безумно просто мечтал. Безумно мечтал об одном. О таком вот облике. Купить. Ёлки-палки. Конечно, купить. Да. Все. Все, чертовка. Выбрать вот так вот. Блин, вообще обалденная. Она офигенная. Так, ну и припасем еще для покупки каких-нибудь других обликов. Так, ну что ж, неплохо, да? Суммарно у нас за 51 контейнер 7 легендарок. Вообще хорошо. Тематических много всяких штук получили по летней Олимпиаде. Попробуем как-нибудь в ближайшее время покатать, с кем-нибудь поиграть, посмотреть. Так, ну а сейчас главное не забывайте, что если вы сидели, досмотрели до конца этот ролик, то теперь бегом к Толину на канал. Еще раз даю сюда вот ссылочку. И всем удачи в розыгрыше игры Overwatch на халяву. А на этом, наверное, все. С вами был Рос на канале Midcore Show. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, вступайте в сообщество ВКонтакте, все ссылочки в описании под этим видео. Палец пошел вперед на опережение, короче. Да, всем спасибо за просмотр и всем пока.